Следующий артист, который через мгновение появится на этой сцене, живет и поет в Санкт-Петербурге. А Санкт-Петербург – это, как известно, белые ночи, разводные мосты и интеллектуальные девушки. Собственно, это и есть темы для его творчества. Ну а для меня Санкт-Петербург, с тех пор, как я познакомилась с его творчеством, это еще и молодой и талантливый певец. Методия Бужор! Мне б теперь сокольники за вами, душу бы развеять от тоски. Спасибо, Витебск. Спасибо, Методия Бужор. Браво.